столице продолжается один из самых престижных теннисных турниров ATP 500 – Astana Open. Третье по значимости соревнование в мужской профессиональной серии проходит в Казахстане впервые. Болельщики в течение недели увидят большинство звезд из первой десятки мирового рейтинга. Блистать будут первая ракетка мира – 19-летний испанец Карлос Алькарас, четвертая ракетка мира – россиянин Даниил Медведев, обладатель 21 титула «Большого шлема», один из величайших игроков в истории тенниса – серб Новак Джокович и другие звезды первой величины. Сегодня уже начались матчи второго игрового дня. Мой коллега Алишер Накипов работает прямо там, прямо сейчас. И я хотел бы спросить у тебя, Алишер, кто сегодня выйдет на корты Национального теннисного центра в Астане? Добрый день, Арстан. Мы продолжаем работать на площадке Национального теннисного центра, где уже начались матчи второго круга. Турнир Astana Open ATP 500 проходит в нашей стране впервые. И впервые в нашу страну приехала почти половина звезд мирового тенниса. Предлагаю послушать мнение эксперта на этот счет. Из 11 лучших теннисистов мира в Казахстан приехали сразу 7 из них. Для них соревнования, проходящие в Астане, очень важны, так как к концу года идет ожесточенная гонка за очки. Поэтому каждое противостояние будет нешуточным, когда бьются такие гранды мирового тенниса. И как я уже говорил в начале, на кортах уже начались очередные схватки. А сейчас на табло видно, что играет наш казахстанец Михаил Кукушкин и грек Стефанос Циципас. Также сегодня ожидается выступление казахстанца Андрея Голубева и Александра Недовесова. Но, пожалуй, внимание всех болельщиков будет приковано к вечерней сессии, где выступит Александр Бублик. Первой ракетке Казахстана будет противостоять 44-й в мире теннисист, нидерландец Грикспар Талан. А сейчас я предлагаю послушать мнение болельщиков, которые специально пришли сюда для того, чтобы вживую посмотреть на матчи. В чужую победу они верят больше всего. Вот сегодня вечером Александр Бублик играет. Как считаете, победит, нет? Конечно, победит, потому что он казахстанец. Мы всегда болеем за Казахстан. Ну, Аллах Казахстан. Я сам из Туркестана. Для этого я пришел сюда. Ну, надеемся, что выиграет. Надеемся. Мы ждем этого. Будем смотреть. Как считаете, в чем его преимущество будет вот перед голландским теннисистом? Почему он выиграет? В подаче. У него подача очень хорошая. Он очень много делает тейсов. И я думаю, что он должен взять эту игру. Как считаете, в чем его преимущество будет перед нидерландцем? Во-первых, дома, во-вторых, он техничный, по рейтингу выше, по-моему, находится. В целом, опытнее, мастерство должен проявить. Вот такое мнение было у казахстанских болельщиков. Как вы увидели, никто не сомневается в победе нашей первой ракетки. Ну и в завершении хотелось бы сказать и напомнить, что трансляция турнира Astana ATP 500 зрители ее могут увидеть более чем в 160 странах. Казахстанцы смогут следить за теннисными баталиями сразу на 5 телеканалах, в их числе и Хабар, а также телеканал Елиарна. Одно из самых ожидаемых спортивных событий этого сезона продлится до 9 октября. Арстан, у меня на этом все. Ну что ж, смело, Алишер, можно назвать этот турнир историческим событием.